Здравствуйте, в эфире телеканала Дон-24, программа «Что волнует». И сегодня у нас в гостях Владимир Георгиевич Сурдин, доцент физического факультета Московского государственного университета, астроном. Владимир Георгиевич, добрый день. Программа у нас называется «Что волнует». Ну вот многие приходят у нас в гости, действительно, «Что волнует». Что волнует сейчас астрономов, астрофизиков у нас в стране? Какие такие больные темы? Знаете, неожиданная вещь волнует. Вообще-то наше дело – это изучать Вселенную. Но последний год мы занимаемся тем, что изучаем проблемы средней школы. Дело в том, что уже почти 25 лет астрономия исчезла из школьной программы как обязательный предмет. Она, конечно, где-то сохранялась по географии, по природоведению. Немножко ребята узнавали что-то о Вселенной, в курсе физики немножко касались. Но с 1 сентября нынешнего учебного года она вернулась как обязательный предмет, обязательный для изучения всех школьников. И более того, она вернулась в качестве экзамена. В экзамен по физике ЕГЭ вставляют вопросы по астрономии. Это довольно неподготовленным решением оказалось, потому что учителя давно уже не преподавали этот предмет. Кто забыл, а кто и не знал. Учебников современных нет. Научно-популярных передач по нашему телевидению тоже немного на этот счет. И нам, профессиональным астрономам, особенно тем, кто преподает в вузах, там вот я в МГУ преподаю, мои коллеги в Ростовском университете преподают, нам приходит сейчас очень много работы с учителями, чтобы как-то быстро их подтянуть, их уровень, чтобы они могли нормально ребятам изложить этот предмет, ну и подготовить их к ЕГЭ как минимум. А вообще-то просто предмет интересный. Я по своему опыту знаю, я, кроме того, что в МГУ преподаю, еще во всех классах средней школы преподавал, пока моя дочь росла, я старался вот отслеживать уровень ее образования и те школы, где она училась. И понимаю, что самый благоприятный момент для изучения вообще естественных наук, ну, физика, математика трудные, астрономия – легкая наука, интересная, это все, что вокруг нас можно без математики рассказать. Это 5-й, 6-й, ну, не дальше 7-го класса. Астрономия вернулась по традиции, по еще советской традиции, в 10-й, 11-й, выпускные классы. Да. Особенно 11-й класс – это, конечно, напрасно. Ребята перегружены и так, подготовка и к ЕГЭ, и к вступительным экзаменам в вузы. И уже возраст немножко не тот, когда горит любознательность в голове. У них уже другие проблемы, у старшеклассников. Но что есть, то есть. И мы обязаны сделать так, чтобы это было интересно. Мы стараемся, пишем учебники новые, написали уже. Они сейчас создаются. Пишем какие-то для учителей разработки. Я непрерывно в течение уже полугода езжу по всей нашей стране. Позавчера с Сахалина вернулся. Вчера вернулся из Сталина, а сегодня вот я в Ростове, чтобы подтянуть учителей, чтобы как-то дать им материал свежий. На сайтах своих мы выкладываем какой-то свежий материал. Я думаю, что к весне, когда ЕГЭ уже будет необходимо сдавать, по крайней мере, учителя будут к этому готовы. Но вот успеют ли они ребят подготовить, я не уверен. Но есть специалисты, скажите, вот еще остались после вот той эпохи? Да, скажем, да, это эпохи. Учителя той формации. Те, кто в своих пединститутах, теперь это педуниверситеты, реально проходили предмет, и у них диплом даже был «Учитель физики и астрономии». Давно уже таких дипломов никто не выдает, потому что предмет стал необязательным, факультативным. И его только в самых крутых, как сейчас говорят, школах проходили, там, в лицеях высшего класса. А в обычных средних школах он, конечно, исчез совсем. Но вот старые учителя помнят хорошо, любят этот предмет. Но много ли старых учителей осталось? Молодые ребята, ну, те, кто сам любознателен, да, вот пришли в институт по велению души, а те, кто формально преподают, те, конечно, не обращали внимания, что там в космосе творится, в области космонавтики, астрономии. Они вот физику преподавали. Сейчас им сложновато, им приходится быстро-быстро-быстро наращивать этот свой капитал информационный. Но я думаю, все-таки это молодые ребята успеют. Но все-таки 20 лет – серьезный срок. И для вашей, наверное, науки это огромное, невероятный разрыв. Много я беру те учебники, которые сохранились с советского времени, и сегодня они в школах есть, в школьных библиотеках. Смотрю на них. Это, ну, в прямом смысле, прошлый век, да, он действительно прошлый. И очень многое изменилось. Как будто мы сейчас бы изучали, допустим, как вот, не знаю, там, молотком, да, рубить первобытным колесо, вот как устроено. Ну, может быть, молотком полезно изучить, да, но, скажем, изучать физику, где нет
электроники или современную технику без микрочипов и айфонов и прочее, вот это было бы невероятно уже устаревшим делом. Астрономия сильно продвинулась вперед, и она очень сильно продвинулась во всем мире. Сейчас многие, ну, кто знает, что вот у Китая космонавтика сейчас на уровне американской и российской, например, что Индия занимается запуском космических телескопов, что многие страны сейчас этим занимаются, а на русский язык медленно переводятся эти вещи. И вообще говоря, современному учителю хорошо бы легко читать по-английски, чтобы хорошие сайты, Википедию на английском читать и так далее. Далеко не все, я бы сказал, меньшее число учителей, меньше процент владеет английским так, чтобы свежую информацию черпать из первоисточников. Поэтому нам приходится еще и вот переводами заниматься и предлагать русскоязычные варианты самых интересных сообщений, которые идут по всему миру. В основном на английском, это все знают. Как это исправить, скажите, вот такую ситуацию? Как исправить? Я думаю, это исправится не раньше, чем наука в нашей стране станет предметом обогащения, чтобы техника ждала от российских ученых каких-то новых открытий, которые она сразу могла бы воплотить в железо, как говорят, металл, в изделие, в продать, да, в какую-то, продать, да, их и обогатиться. Сейчас этого нет. Сейчас мы черпаем в основном технологии, уже готовые технологии из Запада. За это приходится расплачиваться. Нам всегда продают устаревшие, никто не продаст завтрашнюю технологию, всегда продадут вчерашнюю. Мы в этом смысле будем отставать, пока у нас наука и современная техника не станут, ну, предметом движущей силы. Сегодня этого нет. Ну, как вы думаете, вот то, что астрономия вернулась в школы, да? Это хорошо. Все-таки это будет, это нужно. А даже не сама астрономия, как вот наука о небе, а как стимул к любознательности, понимаете? Она ведь не замыкается на там звездах, планетах. Она тянет за собой желание физику, технику, химию, математику изучить. И ребята просто заводятся. Я хорошо помню, когда я в школе был, увлекся астрономией, рядом со мной был еще целый астрономический кружок. А из него я один стал профессионалом. Но ребята выросли в хороших инженеров, в хороших электронщиков. Потому что астрономия в молодости, она просто пробудила их интерес ко всему новому. Я думаю, в школе это именно так. Для этого ее вернули. Не для того, чтобы все стали астрономами, куда нам столько. Нет, для того, чтобы любознательность проснулась в ребятах, подкрепить ее чем-то. Ну вот, на мой взгляд, да, вот когда я учился, уже астрономии не было, да, то есть вот в этих, да, классах. Угу. Но мне всегда казалось, вот когда я смотрел эти учебники и так далее, что это один из самых интересных вообще предметов, в принципе, в школе. То есть, но нужен ли он как ЕГЭ? Или нет? Или все-таки... Ну, куда деться? Надо как-то закрепить это дело, чтобы у учащихся была необходимость изучать это дело. И вот в чем еще проблема. Ведь не все склонны к естественным наукам. Есть любители истории, любители литературы, которым вообще физика, математика, ах, я в этом ничего не понимаю, да? И мы пытаемся сейчас так астрономию принести в школу, чтобы это было интересно вот и филологически склонным ребятам, и даже физкультурно склонным ребятам, например, рассказывать о том, как космонавты могут бороться с невесомостью, заниматься зарядкой на орбите. Отчасти это тоже и физика, и астрономия. Я, например, учителям показываю примеры, как можно завести даже ребят, ну, совершенно не склонных вообще к умственной деятельности, физически только действующих. А можете привести пример какой-нибудь? Вот как, ну, как вы, пожалуйста, скажем... Я задаю учителям физики, они вообще физику-то неплохо знают, такой вопрос. Можно ли бегать в невесомости? Дружно все отвечают учителя физики: нет, нельзя, потому что невесомости оттолкнулся и полетел, как ты побежишь. Ну, да, да. И тогда я им показываю маленький ролик, где космонавты бегают хорошо, по дорожке бегают в невесомости, по внутренней поверхности орбитальной станции. И центробежная сила прижимает их к этой дорожке, и они никуда не деваются. И чем быстрее бежишь, тем больше вес ощущаешь, мышцы работают. Ах, оказывается, можно. Вот это ах, когда у учителя просыпается интерес, он и у ученика проснется, учитель донесет ему вот это. Можно ли? Ах, можно! Вот такие вещи в школе редко бывают. Обычно учи, учи, учи. Нет, надо чем-то удивить человека, а потом он сам будет это дело изучать. Если вернуться к проблеме специалистов в астрономии, в астрофизике, здесь сейчас, в Ростовской области, как с этим обстоят дела? Или как в среднем по России, или лучше, или хуже? Как в любом большом городе,
Есть университет, и в университете ростовском, он не ростовский теперь называется, а южный, да, по-моему, университет, южно-российский университет. Там довольно сильный, небольшой, но сильный коллектив астрофизиков и астрономов. По крайней мере, он еще недавно был, но постепенно самые лучшие профессионалы, к сожалению, для Ростова и, к счастью, для других мест разъезжаются. Некоторые у нас сейчас в Москве работают в Институте физики, некоторые в Штатах довольно давно работают, в НАСА, и там очень хорошие позиции занимают. Хотелось бы, чтобы что-то их все-таки привлекало, оставляло работать в Ростовском университете, в Ростове. Но, видимо, мало таких привлекательных черт, мне очень жалко. Это был действительно сильный коллектив, вот он на пространстве СССР занимал очень значимое место. Сейчас он потихоньку рассеивается, но вот, обращаясь к отцам города, я просто предлагаю как-то обратить на это внимание, потому что средняя школа – это то, что завтра будет на производстве. И надо подумать о средней школе, кто же будет ее кормить знаниями, а это университеты всегда делают. Ну, то есть, то, что астрономия вернулась в школу, это хорошо? Это хорошо. Спасибо вам за интересный и полезный, многим уверен, разговор. Это была программа «Что волнует» на телеканале «Дон-24». Меня зовут Иван Полехин. Увидимся.